Снова здорово, господа, мы вернулись. У нас Darkness Rises. Знаю, что не всем эта игрушка нравится. Ну, что поделать? Кому-то арк, в принципе, не нравится. Кому-то не нравлюсь я. Каждый выбирает свое. Сегодня у нас что? Сегодня мы закрываем третью главу. Возможно, успеем что-нибудь и побольше, поинтереснее. Вообще хочется уже как-то... Говорил я уже, что... Блять, реклама злоебучая. Побыстрее все это дело попроходить. Почему за такое время я до сих пор не прошел далеко, как некоторые другие игроки? Все элементарно, потому что в эту игру я играю только на видео. То есть только на запись. И если... ну вот, потому что только на видео. Но не получается у меня при этом каждый день в нее играть. То есть я могу зайти один раз в 3-4 дня. Всегда по-разному. Именно поэтому мы сейчас до сих пор третью главу пройти не можем. Хотя по силе прокачки персонажа уже, в принципе, я думаю, дотягиваем и до четвертой, и того гляди дальше. Так, следующий этап сразу же автоматически пойдем. Нам надо нарубить золотых, потому что не хватает денег, ребят. Ни на что не хватает денег. Оружие у нас, прошу прощения, уже А-класса некоторые. Я вам покажу чуть-чуть попозже снаряжение. Пытаюсь прокачать второй меч Б-класса для того, чтобы срастить его и получить А-класс. Эска пока не выпадает. Все-таки коплю кристаллы на то, чтобы купить ящик опять же с оружием. Хочется очень мне эску именно. Именно по этой причине. Ну, опять же, есть такое подозрение, что я быстрее две ашки сращу и получу эску, чем мне выпадет что-то в сундуках. Настолько я везучее говно. Но будем посмотреть, жизнь покажет. Может, глядишь, что-нибудь где-нибудь дадут. Призрак очередной. Магию я, умения, навыки не использую при прохождении. Просто из-за того, что дольше получается, пока он там прокастится, все это будет очень красиво. Опа, уровень прилетел, отлично. 21, да, 140 силы, 140 тысяч силы у нашего персонажа. Но это на самом деле мало. Мало, почему? Потому что я зашел на PvP-арену. И немного прихуел, в принципе, не могу выйти даже из миллиона по рейтингу, то есть войти в миллион сильнейших, а это не сотни, это не тысячи, это ебаный лям. Ну не получается, но опять же, видите, я не прокачал ни одного навыка, я жду, пока откроются все, для того, чтобы их сравнить и там уже заняться непосредственно прокачкой этих навыков. На данном этапе все навыки у меня нулевого уровня, ни один не вкачан. Но ничего, мы подрастем. Все, отлично, мы так порубали. Новый костюмчик, нам броня выпала Рамзеса. Вообще у нас получается сейчас очень весело. По костюму у нас броня Рамзеса, Амон-Ра, извиняюсь, Амон-Ра. Броня Амон-Ра, шляпа Амон-Ра и, соответственно, меч Амон-Ра. Вот, но получается так, что, допустим, вот этот вот меч, леденец, мороженка, не знаю, как его обозвать, обычная пляжная шляпка, они дают больший прирост характеристик, нежели три комплекта из Амон-Ра. Ну, вот так, такое тоже бывает. Так, что у нас? У нас что-то новенькое открылось, предлагают нам выйти в главное меню и ознакомиться с этим. Давайте посмотрим, наши бойцы открыли новое подземелье. Да, отлично, шикарно. Ежедневное подземелье. Что дает? Убейте Макару, чтобы получить камни улучшения. Пойдем. Камни улучшения тоже неплохо. То есть, смотрите, я объясню, для чего нужны камни. Когда вы поднимаете уровень снаряжения до максимального, то есть, допустим, Б ранг, у него уровень снаряжения 40-й максимальный, и вы делаете слияние двух предметов, то на выходе вы получаете рандомный предмет. То есть он будет А-класса, но он будет рандомный. А вот если у вас уже есть какой-то предмет,
Сорян, если у вас уже есть какой-то предмет, который вы хотите сохранить, но при этом повысить классовость, то для этого именно вам нужны камни улучшения. Они повышают класс, но не меняют сам предмет. Поэтому вы их просто так вот, просто по приколу не тратьте, ребят. С этим потом будут большие проблемы, с этими камешками. Они всегда понадобятся, их берегите, они вам в будущем пригодятся. Так, помчали дальше в приключения, у нас еще не все пройдено. Не, ну реклама, конечно, у них навязчивая, ну просто адски. Ну что, завершается у нас третья глава в какой-то веке. Я думаю, в четвертую мы сходим в следующем выпуске. По завершению третьей главы у нас открывается основная кампания. Пройдем там миссии, которые можно пройти. И в следующий выпуск уже стартанем сразу с четвертой главы. Посмотрим, что еще интересного нам пооткрывается. Потому что на данном этапе, честно скажу, очень и очень мало что можно сделать. Ну вот так. Ой-ой-ой-ой, хорошо. Не, чтобы постоянно с этой косой гонять. Или с огнеметом. Вот в этой игре еще есть огнемет. В совместной игре, где на двоих надо выполнять задание, такой как бы типа рейда. Там есть не пулемет, а огнемет. Прям вообще бомбическая вещь. Притом нарисовано так интересненько достаточно. Кто ты, жнец? Пошел ты, жнец. Опа, ух ты ж какой ты ж, мышь-пыш. Босс приходит в ярость. Мы тоже можем в ярость прийти. И все. Сдулся жнец. Яростный жнец. Ну все, пошлите в 3.10. Так, да, следующий этап. Как раз таки выходим на босса. Интересно позырить, кто тут все-таки будет. Этап 3.10. Легко. Требуемая сила 35. Элементарно. Давай, 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 давай. Ларинские руины. Мы их заканчиваем как раз. Давайте нам босса уже. Мы хотим дальше, хотим мощнее. Мало кто на самом деле по какой-то причине играет в эту игрушку. Скачиваний очень много. Рыцарь смерти. Да, скачиваний очень много. Плюсом один из подписчиков мне сказал, что есть блогер Дев, если я не ошибаюсь. Если ошибаюсь, прошу прощения. Вот, он тоже, в принципе, в эту вот игрушку рубится. Даже если я не ошибаюсь, пилит по ней стримы. Доступна новая глава. Отлично, пойдемте пройдем новую главу, но заберем изначально наш звездный сундучок. Где он у нас? Вот так вот, хорошо забрали. По заданиям достижение какое-то нелепое у нас есть, которое нам в принципе-то не особо и нужно. И что? Все что ли? Все, да, ладно. Пойдем в компанию основную. За нее мы получим 10 камней для аксессуара. Отлично. Древний народ пустыни. 11 глава. Требуемая сила 35. Погрузитесь в увлекательный мир Darkness Rises. Да, давно уже погрузились. Так, здесь у нас автомат, естественно, не работает. Здесь все придется ручками, ручками, ручками копать. Неплохие ящеры. Что-то мне сразу вспоминается... Нет, не вспомню. Давай. Это египетская тематика, честно говоря, на данном этапе просвечивается. И музычка такая тоже. Сразу фильм «Мумия» вспомнился. Так. Царь Анубит. Видимо, Анубиса им взять не разрешили. Ну, будет Анубит, что теперь поделать. Сейчас мы этого Анубита быстренько насадим. А, все. Анубит развалился. Печально, сильно быстро получилось.
Опять же, сейчас я ною, насколько все это легко, а потом наверняка буду ныть, насколько все это сложно, все непроходимо, да что за пиздец. Да-да, наверняка так и будет. Так, помчали дальше. Что мы получим? Сундук с лаком класса D. Требуемая сила 45600. Ну, уже хотя бы что-то, хотя даже и до половины нашей не дотягивает. Всяко разно вперед. Да, вот видно огрехи, то есть как собирали эту игрушку. Видите, в графике квадраты такие земли. Полигончики, или как их правильно назвать. Немного, чуть-чуть не дорисовали. Временами, кстати, графика по непонятным... Ну, блин, ну так все хорошо начиналось. Насчет графики, по непонятным причинам она временами просаживается. Вот просто идешь, ну, играешь, тут херак и все, и графика просела. Так, немножечко отвлекли меня. Копать, смотри-ка, ящерица, червь даже вылез, такой, типа фильм «Дрожь земли». Вот, кстати, много я сейчас вижу, что даже если взять эту игрушку, то большинство персонажей, всяких тварей, они их не придумывали, они просто взяли с других фильмов, игр, отовсюду просто повытаскивали и что, опять же, просто переименовали и думают, что так и должно быть. За что ему плюс и минус, как бы, минус за то, что отсутствует фантазия, а плюс именно за то, что мы видим знакомых нам персонажей, что не может не радовать. Так, все, тёлочка наша развалилась. Кропаль, денег заработали 12 тысяч, крайне мало, мало. Надо 120, слям 200. Так, едем дальше. 51 450 уже требуемая сила. Мы получаем сундук с аксессуарами класс CB. Но у нас и так, по-моему, B-класса все аксессуары, хотя одного нам, кстати, не хватает. Может и выпадет недостающий. Помчали, разберемся. Опять этот анубит. Давайте дохните, твари. Прокачана у нас немножко ярость против простых вот этих рабов-мобчиков. То есть мы можем за один прием вырубать сразу уже троих. Ну как, цепочкой такой прыгать. Ух ты ж какая! Оу, касат. Да, по мне это просто голем. Где он, кстати? Вот так вот, босс пришел в ярость, да? Напугал своей яростью. Маска у него смахивает на этого пиздюка из Рагнарёка. Оу. Воу-воу-воу. Вот это очень неожиданно. Копать, ребятки. Фу, какая она мерзкая. Что за восклицательный знак? Ох, сейчас мы отгребем, походу. Это было, да, вот это поворот, которого, в принципе, даже немного поверг меня в шок. Все, на этом кампания для нас закрывается. Ну, да, да, вот этого и ждешь. Вот этого и ждешь всегда от игрушки, с чего-то необычного. И вот оно наконец-то пришло. Так, украшение портрета, это нам не интересно. Нам, в принципе, это украшение вообще до сраки дверцы. Достижения забираем. Нам надо рубинчики, кристальчики. Так, ярость мы можем вкачать.
При убийстве обычного монстра, ближайшие враги разбегаются от испуга, у испуганных врагов уменьшается защита. Зачет. Если здоровье элитного монстра упало ниже определенного уровня, вы можете мгновенно казнить его. Этот навык расходует всю ярость. А если здоровье босса упало ниже определенного уровня, вы можете мгновенно... Не, давайте будем пугать. Будем запугивать просто всех подряд. По предметам интересненького. Так, сундук с эссенцией берем, с очками навыка берем. И интересен вот этот с аксессуарчиками. Это отстой. Это отстой. Ну, собственно, чему я удивляюсь? Никогда мне не везло с сундуками. Так, хорошо. Так, не склад. Нам надо снаряжение. И вот этот меч попробовать вкачать, насколько у нас хватит денег. Да, немножко хватило, но у нас и закончились, в принципе, ингредиенты. Что мы еще можем вкачать? А ничего я вкачивать и не буду, собственно говоря. То есть, покоплю золотишко. Надо будет докачать вот этот меч до 40 уровня и слить его, срастить полуторный меч льва. И алый полуторный меч. Неплохо было бы увидеть либо алый, опять же, на выходе, либо рыцарский. Ну, будем посмотреть. Будем посмотреть, здесь у нас что. Вот, в принципе, давайте пооткрываем говнецо всякое. Так, это все доспех. Это все неинтересно. Оружие давайте берем. Класс ДЦ. Он не подходящий, но зато, как на ингредиенты, в принципе, пойдет. Отстой, естественно. Так, еще. Ага, все, нет места. Гримиур. Практически все собрали. Тоже хорошо. Давайте немножко еще поусиливаем. Да, все равно нам этого недостаточно. В принципе, у нас бы все равно денег особо не хватило. Даже будь бы у нас ингредиенты. Что, все, ребятки, с вами третью главу мы прошли. В следующем выпуске мы будем проходить четвертую главу, заодно посмотрим, что нового и интересного нам откроется. Обязательно подписываемся на канал, жмякаем колокольчик, дабы не пропустить новую серию, новые конкурсы, новые стримы, обзоры. Это все будет. Всем хорошего настроения, спасибо, что смотрели.